Трудовыми мигрантами на Урале стали и правильные пчелы. Они прибыли из Израиля, чтобы обеспечить рекордный урожай. Этим шмелям в тепличном хозяйстве доверяют опылять новые сорта помидоров и огурцов. Потому что получается более качественное опыление, у них хобот подлиннее, чем у пчел, и получается плоды оплодотворенные лучше и лучшего качества. Получается качество сортировки. И есть такая еще особенность, у томата цветение идет на одном уровне. Если раскрывается первая кисть, она раскрывается вот на всех растениях на одном уровне. И шмели ориентировочно легко летать и найти вот этот цветок. А работы у шмелей много. В хозяйстве тепличной намерены накормить местными овощами всех. Так, под томаты выделили вдвое больше площадей – 8 гектаров. Под искусственным солнцем уже зреют 84 тысячи саженцев помидор. Благодаря витаминной диете к середине весны на них созреют около 140 тонн свежих помидоров. Новинкой этого года стал крупноплодный гибрид «Гайана». У этого сорта настолько крупные плоды, что ветви оставляют не более 4. Свежая альтернатива импортной продукции появится на прилавках магазинов уже в апреле.